Друзья, всем привет! Выбрались мы сегодня вот в такой большой карьер. Выбрались пристрелять коллиматорный прицел. Сейчас вот поставлю такую импровизированную мишень. Вот, будем стрелять вот оттуда. Тут все подзаросло, конечно. Раньше было очень хорошо. Вот. Чисто видно было. Ну, посмотрим. Пристреляем прицел компании Vector Optic. Вот коллиматорный. Оптический прицел я снял. Хочется пристрелять коллиматорный, потому что я его выиграл ВКонтакте в группе у них. О, там гроза гремит. Вот, сейчас сюда вот сделаю вот так мишень. И будет такие пироги. Вот так вот я прибабахал нашу мишеньку. Будем стрелять вон оттуда. От того куста получается. Пойдемте постреляем. Так, где тут наша? А во. Наша мишенька. Вот так вот бинокль ее видно. С этой. Пытаюсь снять. С этого не видно. С этого видно. Вот так вот. Оп. Вот это. Бинокль. 10 на 42. Vector Optics. Итак, вот, достаем наш карбиньер. Это у меня лось 145. Вот такой вот прицел установил коллиматорный. Смотрим. Сейчас поставлю ДТК. ДТК. ДТК у меня ВРТ. Биноклем будем смотреть все это дело. А дальномером замерим дистанцию. Снимаем. Этот ДТК устанавливаем. Дождик нас не прогнал отсюда. Магазинчик возьмем. Патрончики. Такой вот у меня коробочки. Именно по 308 заказывал на Озоне. Пойдемте пристреляем. Так, вот дистанция. Пытаюсь заснять. 80 метров тут. Вот такой вот дальномер. До доски получается. Вон до той. От стола 80 метров. Петр Иванович будет у меня отслеживать попадание или не попадание. А это что регулирует? Ну, там тут разные, видишь, тут можно этот счетчик делать. Это? Да. Чтоб лучше видеть. Ну, этот.
четкость. О, настроил? Теперь на один глаз только вижу. Вот так. О, все. Все? Ну, на шее. О. Сейчас начнем пристрелку. Так, держи-ка. Куда держать? На меня держи. Остро. Угу. Ага. Вылетел этот. Первый пробный. Посмотрим. Я настраивал его дома. У меня есть этот пристрелочный патрон 308. Посмотрим, как он покажется. Так, это сюда, это сюда. Попробуем с упора. Так-то видно, конечно. Ну-ка смотри, куда я там попал, не попал. Почти не видно, но, по-моему, чуть-чуть выше в левый угол. Да? Ну. Сейчас посмотрим, сходим. Так, первый патрон у нас улетел непонятно куда. Сейчас попробуем на более ближней дистанции. С 80 метров сразу не попал. Попробуем поближе. Так, ну все, мы прицепились, в принципе, на 80 метров. Чуть позже покажу вам результат. Сейчас попробуем на 50 метров с рук. Вот, и будем заканчивать. В принципе, коллиматор держит точку. Ну, она не убегает никуда. Это если только руки куда-нибудь убегают. Да, Петр Иванович? Да, и глаза. И глаза, да. Сейчас идем стрелять с рук. И потом покажем вам результат. Вот так. Так, вот мы на дистанции 50 метров. Как нам показал наш дальномер компании Vector Optics. Сейчас попробую стрельнуть разочек. Уже с рук. Ну-ка посмотри в бинокль, куда там, что пролетело. Короче, не потеряем. Появились там лишние отверстия. Кто что накрутил тут так? Я под себя подстраивал. Было. По-моему, ты в этот же правый угол куда-то всадил. Там, по-моему, добавилось. Нижний правый? Ага. Ну, внизу две рядом стали. Вот сейчас так. Смотри, этот я стрельну еще раз. Сейчас вправо попал, по-моему. Сейчас ты попал под черную точку, получается. Да? Так. Давай, разряжай. Все. Стрельбу окончил. Стрельбу окончил. Предохранитель поставил. Пойдемте посмотрим результат. Ну вот. Вот, видишь, ты попал. Вот ты вот сюда попал. Нормально. Не, ну кучка-то есть. Как бы зона поражения-то как бы нормально. Ну вот, эти, конечно, легли более-менее. Но там, видишь, сама точка же, она еще
как бы рассеивает. Не так четко видно. У нее и погрешность есть у самой точки этой. Но все равно на 80 метров с такой точечки это нормально. В принципе. Ну, с этого угла-то ушли. Угу. В центр. Да. Ладно. Не забываем подписаться на канал. До скорых встреч, друзья. Увидимся в угодьях.